Приветствую зрителей и подписчики Механайз здесь. Представляю вашему вниманию игру «Стальные крысы» Steel Rats. Эту игру сейчас бесплатно раздают в Стиме. Вы можете без проблем загрузить ее на свой ПК и поиграть так же, как я. Что представляет из себя игра? Игра представляет из себя инди-платформер. Езда на мотоцикле, собственно. Здесь возможность игры за разных персонажей настраивать внешний вид мотоцикла, игрока и так далее. Итак, на планету напали мерзкие планетяне. И только команда бравых байкеров стальных крыс может расправиться с этой заразой. Так. Все очень просто. Все очень шикарно. Ездим, маневрируем. Игра нарисована очень качественно. Вы можете обратить это внимание. Ах ты! Немножечко ошибочка. Ошибочка в управлении у нас. Игра выполнена качественно. Мотоцикл податливый в управлении. Все очень комфортно. Мы зарабатываем очки от разрушения препятствий. И эти очки мы тратим, конечно же, на косметику. Улучшение внешнего вида, улучшение персонажей, взаимодействуем с окружающими предметами, пожалуйста. Двери открываются, мы заезжаем. Все, взаимодействие. О, подключились. И подключаемся, колесом подключаемся вот к этому двигателю, заводим его, и лифт начинает работать. Главный герой сейчас разыскивает своих товарищей, вернулся в логово остальных крыс и ничего не понимает, все его друзья пропали. Он ездит, ищет своих товарищей. То есть здесь уже, пожалуйста, намек на сюжет у нас. Вверху слева мы видим 4 полосочки здоровья и 4 полосочки энергии. Энергия — это, так сказать, фишечка этой игры. Шахты. Мы едем. Едем по заброшенной железной шахте. Нет, никто меня не убьет. Разгоняем наш генератор, поднимаемся таким образом. В игре доступны достижения и ачивки. Насчет карточек не знаю, надо этот момент уточнить. Но достижение ачивки — это что-то. Посмотрите, игра выполнена качественно. Игра, ребята, выполнена качественно, очень красиво. Тем более, причем, она бесплатна. Что нам еще нужно? Мы же... Поезд убьет. Поезд? Нет, здесь поезда не будет. Поезд здесь не будет. Вот она. В чем суть, господа? Это металлическое переднее колесо, которое позволяет разрезать препятствия. Вот вам, вот вам. Разрезаем препятствия, трубы и зарабатываем очки. Езда на заднем колесе, это колесо крутится. Вот вам эдакий призрачный гонщик, господа. Для того, чтобы крутились колеса и разрезали все вокруг, и существует энергия, которую вы видите в верхнем левом углу экрана, под полосочками здоровья. Да, все пожар. Везде пожар. Потому-то ты едешь. Вот так. Посмотрите графика. Посмотрите графика и движок. Обратите внимание на задний фон. Он прорисован качественно. Вдалеке город. Наверняка это город Лос-Анджелес. Очень сильно мне он напоминает. Разрезаем, разрезаем, работаем. Посмотрите, как это сделано. Танк мы, конечно, разрезать не сможем. Уж слишком прочная броня у этого аппарата. Нарисовано все красиво. Я искренне не понимаю, почему у этой игры смешанные отзывы в Стиме. Я искренне не понимаю. Но в целом все шикарно. В целом. Ничего сказать я особо не могу. Ну и, собственно, мы видим преследование. Нас уже преследует какой-то гигантский робот. Гигантский робот. Нам нужно от него спастись. Кто
Благо нам вот это вот колесо позволяет выполнять ускорение. Но тебя может убить. Да, оно меня может убить. Да танк может тебя убить, танк. Танк меня может убить. И, к счастью, я покинул опасную область. Я прошел уровень и нашел одного своего товарища. Даже разрезает бетонные блоки. Бетонные блоки. Теперь мы, обратите внимание, играем за другого парня. Этих парней можно менять. Можно менять-то? Да, можно или за этого, или за этого. Давайте вернемся. Ох, разгона мы не сделали. И упали в пламя пожарища. Я так понимаю, сюжет в этой игре состоит в том, что на Землю вторглись злобные инопланетяне, а команда байкеров «Стальные крысы» будет им противостоять. Да. Вот они, посмотрите, механические роботы, которые будут нам мешать, дроны. Дроны. Инопланетное вторжение механических дронов на Землю. Но мы их разрезать будем. Вот так, перерабатываем их. Перерабатываем этих дронов. Воу! А ты было давай. Снова какая-то штука, что-то такое. Что-то запускается. А, наверное, это та штука, которая летает теперь надо мной. Я ее подобрал, а вот, вот это место, где я ее подобрал. Разгоняемся. Тут погодяй какие-то. Еще пара роботов. Включаем свое колесо и размалываем их. Открываем ворота. Заезжаем. Они, кстати, будут атаковать, если я их буду просто игнорировать. Они будут пытаться меня как-то убить. Посмотрите. Вот это вот крутящееся колесо позволяет мне беспрепятственно ездить по потолку. Я зацепляюсь, езжу по потолку и восстанавливаю энергию в это время. Вот так это все выглядит. Разбираемся с остатками маневрирования. Посмотрите, как маневрирование мотоциклом выглядит. Все выглядит шикарно здесь. Ворота открыты, мы едем дальше. Двигаемся дальше. Катаемся, развлекаемся, меняем персонажей. Кастомизация персонажа также присутствует. Все в этой игре комфортно. Эдакий платформер езды на мотоцикле. Сюжет сражения с инопланетянами, ребята. Попробуйте, поиграйте. Это девочка. С вами был Механайт.